Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в Малом зале в минувший четверг. Здесь подвели итоги 2016 года и обсудили меры профилактики. На сегодняшний день на учете в КДН состоят 40 подростков. Подавляющее большинство – это дети из неблагополучных семей. 12 семей взяты на контроль в КДН. 8 подростков в 2016 году были отправлены в приюты, так как никакие меры воздействия на родителей уже не помогали. Несмотря на то, что в Заинскую ЦРБ были отправлены на кодировку 17 родителей-алкоголиков. Об этом говорила ответственный секретарь КДН Альмира Галямова. Мы были помещены до устранения вот сложившейся трудной жизненной ситуации. Мама еще двоих детей оставила у второго мужа, то есть пятеро детей имеет, даже старше трое детей. И дети с апреля месяца там находились, мама ни один раз детей не посещала. Всего за год было рассмотрено 655 материалов. В целом картина следующая. Всего подростками было совершено 16 преступлений. 10 человек состоит на учете у врача-нарколога. 24 подростка привлечены к ответственности за появление в нетрезвом виде в общественных местах. По ряду показателей наблюдается снижение. Профилактическая работа приносит определенные результаты. Тем не менее, работа предстоит большая и на 2017 год.